Что с тобой? Да сегодня опять на заставу перебежчик от поляков пришел. Но сегодня война начнется в 4 часа. Веришь? Это, конечно. Только за эту неделю 10 таких поймали, и каждый твердит, что сегодня, завтра, 8 августа. Говорит Москва. Петя! Война! Заявление советского правительства. Казармы. Разобрать оружие и занять оборону. Бегом! Сегодня 22 июня. Застава! Оружие к бою! 4 часа утра. В эфире только немцы. Может, это обучение? Хотите 15 минут честь? Хотите? Оставить! Панику прекратить! Командование беру на себя. Всем объявление войны. Товарищ лейтенант, а где Аня? Я найду ее! Германские войска напали на нашу страну. Ждем подкрепления.